Охватывает все сферы жизни, общества, социальная деятельность, образование и просвещение, молодежные организации, средства массовой информации, духовность и культура. Это внешняя деятельность церкви в нашей епархии с 13 епархиальными отделами, действующими согласно поставленным задачам. Уже ставшей традиционной, широкая социально-благотворительная деятельность Одесской епархии в уходящем году была особенно активной. Продолжалось оказание разных видов помощи социально незащищенным слоям населения. Отчет о социальном служении нам представит социальный отдел. Уже добрые, посеянные с любовью, с верой, в наступающем году взойдет вторичным плодом богатых милостей Господней. Поздравляю вас с наступающим новолетием и Рождеством Христовым. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, единомыслия, любви. В стране нашей, Украине, желаю мира, согласия. Возгревайте ревность о служении усердной молитвой и братолюбием. Усердие не ослабевайте, духом помяните, Господу служите. Еще раз поздравляю вас с наступающим праздником Рождества Христова. На сегодняшний день в епархии действуют 6 мужских и 4 женских монастыря, 369 храмов, в которых совершают свое служение 452 священника и 46 диаконов, и тысячи тысяч православных верующих изо дня в день свидетельствуют миру могущество Святой, Единой, Соборной и Апостольской Церкви. 614 человек получили материальную помощь на сумму 388 495 гривен, медицинской техники, лекарств, памперсов, средств гигиены, канцелярских принадлежностей на сумму 354 281 гривна. Все эти средства, продукты питания и вся огромная гуманитарная помощь нуждающимся – это плод работы всего духовенства Одесской епархии во главе с митрополитом Агафангелом. Собирая воедино летопись Одесской епархии за уходящий 2017 год, можно смело сказать, что духовенство и верующие во главе со своим правящим архиереем весь этот год выполняли свои послушания с христианским смирением и усердием. И в нынешнее тяжелое время, когда враги ополчились на каноническое православие, когда огромное количество клеветы и неправды выливается на церковь, корабль Христов бесстрашно идет по бушующим волнам человеческого бытия. Многое остается за кадром, и нам не переоценить труды православных одесситов во главе с митрополитом Агафангелом по укреплению христианских идеалов и духовности не только в нашем городе, но и в целом в Украине.
очередь сказать слова благодарности нашему владыке, потому что на самом деле, хоть и я возглавляю, являюсь председателем отдела, но фактически председателем отдела является владыка митрополит. Он лично дает указания, он лично рассматривает каждое прошение, он лично проводит через свое милосердное сердце то горе и беду, которое приводит людей в наш координационный центр по оказанию социальной помощи. И, конечно, хотел бы поблагодарить и всех вас, потому что без вашей помощи и поддержки невозможно было бы видеть такую огромную деятельность, которую проводит социальный отдел. И еще раз благодарю всех вас за соработничество в этом благом и добром деле. Спасибо. Приходится преодолевать множество различных проблем, начиная от духовных и заканчивая материальными. Каждый, кто хотя бы один раз переступил порог мест заключения, не остается равнодушным. В тюремном служении тесно пересекается человеческая боль и радость приобретения духовных ценностей. Критическая обстановка часто дает повод для заключенных задавать современному пастырю острые вопросы, на которые нужно отвечать с великим терпением и мудростью. Бывшие военные, которые прошли через АТО и горнило военных действий, и оказавшись за стенами колонии, тоже являют особую отдельную страницу современного служения. Отдельно нужно обратить внимание на служение для малолетних преступников, которые чаще всего заражены уголовной романтикой. Все эти страницы современного пастырского душепопечительства составляют целую книгу, где в каждой главе книги является бесценная душа человека. Они призваны заинтересовать ребенка. И я хотел обратиться, пользуясь случаем, к тому, чтобы дорогие пастыри не игнорировали наши обращения, участвовали своими силами. Бывает, некоторые ссылаются на то, что маленькая школа или маленькое село, нет возможности организовать школу. Но, наверное, если постараться, если действительно вдуматься, то это возможно. Итак, дорогие отцы, братья и сестры, духа владыка, благословите просмотреть видеоролик. В религиозном образовании имеет особую остроту. Независимо от возраста и социального положения, люди нуждаются в духовном просвещении. Вместе с обучением подрастающего поколения перед церковью стоит задача восполнить отсутствие религиозного образования в годы атеизма и научить не только детей, но и взрослое население православному вероучению и благочестию. На сегодняшний день в Одесской епархии действуют 160 воскресных школ для детей и 70 для взрослых, в которых несут преподавательское послушание 505 учителей. Также в этом же русле существует цикл лекций для детей маловоцерковленных или даже, скажем, совсем не воцерковленных. С ними занимается опытный педагог, психолог. И учат детей зачастую элементарным вещам, которые, к сожалению, в силу их социального положения, неполных семей, насилия в семье, они даже не умеют выстраивать отношения с близкими. Происходит так называемая социализация, где вырабатываются навыки и правила общения, контроль своих эмоций, для того, чтобы человек мог войти и правильно жить, существовать в обществе. Ваше Высокопреосвященство, Преосвященство, благословите вашему вниманию, вниманию досточтимого собрания, предоставить видеоотчет по работе с молодежью Одесской епархии. И нужно отметить, что это достаточно специфическое служение, которое требует прежде всего полной самоотдачи и, конечно же, единства всех одним из факторов вот такого успеха и успешного служения, это, конечно же, показать, что церковь всегда открыта к молодежи и в силах предоставить те
ту деятельность, которой бы молодежь могла бы себя реализовать. Будет предоставлен вниманию видеоролик. Это делается для того, чтобы вот такой формат собрания, он был запоминающийся и прежде всего был достаточно интересным. И вот такие видеоролики, которые проводятся сегодня на собрании, они еще дадут возможность каждому из вас показать и продемонстрировать как на своем приходе, так и поделиться с ней этими роликами, с теми людьми, которые также имеют непосредственное участие в деятельности или воскресной школы, или молодежных служений, или социального служения. Поэтому прошу вашего внимания видеоотчет молодежного отдела детской епархии за 2017 год. Славной молодежи! Так, 12 февраля состоялся вечер духовной лирики, где звучала классическая поэзия русских авторов и стихи святителя Иннокентия Одесского. В рамках празднования также состоялся общегородской молебен и традиционный праздничный концерт. Была закрепившаяся традиция – празднование Дня семьи, любви и верности на епархиальном уровне. Так, в Одессе состоялся уже знакомый горожанам фестиваль «Ромашка», посвященный памяти святых благоверных князей Петра и Февронии. Встроенное свое пастырское служение проявляет пасторской души попечительница на воле Божьем, а храма воли святых правителях. Особенно хотел бы поблагодарить руководителей епархиальных отделов, отчет которого мы сегодня не только прослушали, но посмотрели по роликам, которые нажило свидетельствует о проделанной работе каждая на своем посту. И я хотел бы сказать, что действительно у нас есть замечательные священнослужители, замечательные люди, которые достойно и правильно трудятся на своих постах, и этим они украшают не только Одесскую метрополию, но и целую Украинскую православную церковь. Что Одесса живет и движется, и в нашей метрополии все совершается благообразно и почет. Сегодня самые активные будут достойны наград блаженства митрополита Ануфрия, представителя нашей церкви, наших грамот и нашего внимания. Я думаю, что все мы трудимся для того, чтобы помочь людям, обездоленным, забытым, особенно детям, которые нуждаются в помощи человеческой, в помощи Божьей, добрым, участием в человеческом взгляде. И когда мы обращаемся к вам с просьбой помочь, я на будущее время собирать вещи, необходимые средства, продукты питания, все это для детей, для тех, которые претерпевают нужды, для переселенцев из Юго-Востока нашей Украины, и из тех, которые потеряли своих кормильцев, многодетных, детей священнослужителей, многодетных семей, просто которые живут в городе Одессе, вдовы, родов, священников, каждый оказавший внимание, вы знаете, подал воду, подал хлеб вовремя, оказал помощь. Все это мы оказываем самому для того, чтобы и они тоже радовались и чувствовали, что они не одиноки в своих скорбях и испытаниях. Поэтому люди живут в таком стесненном состоянии, просто вера в Бога, надежда на Него. И вот желание нести крест, который послали люди, испугались всего. Только одно желание, чтобы мир был на земле. А мы желаем, чтобы этот мир действительно водворился на украинской многострадальной земле, которая столько переживает, продолжает переживать невзгод, испытаний, гибнут люди, гибнут дети, гибнут города, убивают своих, украинцы, шарятся, стоятся обмен пленными с той, с другой стороны. А там идут наши люди, там украинцы, тут украинцы. Поэтому должна быть молитва о мире в Украине, прежде всего. А для того, чтобы этот мир исходил из наших сердец, надо и мир иметь. Мир иметь со всеми ближними, чтобы поменьше было зависти, а чтобы побольше любовь пребывала в наших сердцах, чтобы мы друг другу помогали. Всякий мир превосходит человеческое разумение, он лучше всякой региональной или глобальной войны и всякой ссоры человеческой. Рамадан.
Відена протоиерею Віталію Горзову, благочинному храмі Петропонарського округу Одеської епархії Української православної церкви. У благословенні за стране труди на славу Святої Церкви, Божої милості, смиренної Ануфрі, митрополит Київський і всій України. Грамота дана протоиерею.